Здравствуйте, дорогие мои друзья. Насколько ловкие мастера, вот эти наши властители, из жутких провалов делать достижения и этим еще хвастаться. Значит, Путин побывал наконец-то на великом космодроме, строительстве очередном, так сказать, памятнике путинской эпохи, космодроме Восточном, где делается второй пусковой ствол. Потому что первый бракованный. И на него уже там 300 миллиардов было. Ну, что-то какие-то суммы или рубли. Ну, суммы колоссальные, сравнимые, знаете, с бюджетом государств. Действительно, провал. И выясняется, что с этого космодрома в прошлом году там было несколько запусков. Позапрошлом несколько, один запуск. В этом году, правда, 4 запуска. И все эти запуски иностранных спутников. И несмотря на то, что там макеты ракет Рогозин показывает и рассказывает, что это пилотируемо, что мы там чуть ли не на Марсе опять сады будем запускать, нету запусков. Огромный космодром не запускает ничего. Ничего. Иностранные спутники. А сейчас, как мы понимаем, от наших двигателей еще эти и американцы отказались. То есть не котируется. Еще чуть-чуть, и весь этот рынок, даже вот спутников, уйдет куда-то туда, в Америку. А у этих голый зад. Китайский марсоход на Марсе. Мы даже вокруг орбиты уже летать не можем. Даже вот это то, что в прошлом веке делали запросто на старых ракетах, мы уже и сейчас это делаем с трудом. Поэтому все эти достижения, вся эта липа, вот, и как из этого сделать макеты ракет, из там картона поставить, вот это у нас такая супер тяжелая, вот это полегче, вот это еще что-то. Это да, вы запустите хоть чего-то. Не работает, не работает, друзья мои. Поэтому эти провалы, эти лица, вот эта рогозинская физиономия, Путин тоже, насупившись, как Буратино, там щеки, нос стоит. Я даже сомневаюсь, настоящий это или действительно двойник. Что так кивает вроде для виду. Ну да, ракеты, ракеты. Полетят ли они? Уже ему, мне кажется, все равно. Главное сделать вот эту картинку и вид, что мы космическая держава. Хотя нас уже, я не знаю, кто уже не обошел в этом деле. Те, которые просто этим не интересуются. А уже, как говорится, Китай давно сделал нас. И действительно достижения у них достаточно серьезные. Америка и без того. Не знаю, уже этим не гордятся. Даже, заметьте, перед выборами могли бы сделать там запуск космонавтов, чтобы они с орбиты как бы помахали рукой, сказали там «Единая Россия», там мы видим, что тут как расцвела сверху наша страна. Хотя, наверное, даже об этом, наверное, там вот эти проплешины пожаров, выжженная земля, видны из космоса, даже этим похвастаться. Ну, можно снять, можно заретушировать, сейчас же это все можно сделать. Даже вот в качестве предвыборной такой агитации не сделали запуск, потому что, видимо, уже не могут. Или боятся, что все это рухнет, или на взлете, или на спуске. Все это гикнется, потому что какие-то дырки, которые чуть не жвачкой залепляют на этом. Просто дикость, друзья мои. А вот картонные макеты показать, действительно там это, и как запускать, знаете, вот как летчиков показывают, знаете, вот сейчас вот тоже какие-то летчики в Сирии, они, ну, как бы положено сначала на земле взаимодействие отработать, и эти летчики, ну, ходят пешком друг за другом, ну, и как бы самолетиками там детскими, идем там, заход сюда, это, ну, как бы есть такая схема обучения, ну, и похоже тоже они с Путиным там ракету поставили. Так, ключ на старт, обратный отчет, 0-1, пуск. Пум! И Путин так, пум! И Рогозин. Вот это вот. И один тоненьким голоском, другой по басовисти, потому что морда потолще. Один, да, другой. Пум! И ракета взлетела. Выходим на орбиту. Ой, да. Вот остается уже, знаете, мы дошли до уровня, ну, как бы, игрушек из детского сада, когда мы все, может быть, мечтали стать летчиками или космонавтами, и тоже у нас, у вас, может быть, были ракетки игрушечные, мы там запускали. Но я-то в детстве запускал. Ну, правда, как бы так вот, недалеко они летели, но взлетали куда-то. Ну, самое главное, горючее.
было тяжело сделать. Бывало и взрывалось на старте. И люди были недовольны. Ну, кто? Из близлежащих домов. Но пытался запускать. Все ж получше, чем просто машинками. Это уже, друзья мои, вообще уровень, как говорится, ниже нижнего. Руководитель государства с головой космической корпорации, как говорится, играют в ракетки. Потому что настоящие уже не летают. Ладно, дорогие мои, наблюдаем за продолжением этой смешной вакханалии. Пока.